В Краснодаре задержали югорского поджигателя. Мужчину подозревают в серии поджогов в Нефтеюганском районе. С февраля по сентябрь мужчина успел поджечь 7 жилых домов и автомобиль в Пойковском. 2 многоквартирника выгорели полностью, еще 5 частично. В итоге своего имущества лишились почти 160 человек. Сейчас они живут в квартирах маневренного фонда поселка или у родственников. Предварительный ущерб от действий злоумышленника оценивают в 10 миллионов рублей. Подозреваемый пытался скрыться на поезде, однако сотрудники отдела полиции по Нефтеюганскому району установили его местонахождение. Его задержали в Краснодаре и доставили в Нефтеюганск. Сейчас мужчина находится под арестом. По предварительной информации, в момент поджогов мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей, среди которых было около 50 несовершеннолетних, жертв удалось избежать. Следователями ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые будут соединены в одно производство. В третьем микрорайоне, в 53-м доме, это моих рук дело, я поджег, так как был в алкогольном опьянении, после чего дом начал разгораться, я оттуда убежал.